Мы почти добрались до Лориенса. Это хорошая новость. Ух, не терпится увидеть этот город. Я там бывал. Очень красивый город. Вам понравится. Надо уже собрать вещи. Хорошо, ладно. Я пошел. С вами все в порядке? О боже мой, у вас кровь течет! Господи, что же делать-то? Кай, иди сюда, Кай! Кай! О боже мой, Что произошло? Где Рэй? Где я? Неужели? Я и правда в Лориенсе? Черт, ну где же Рэй? Ладно, надо посмотреть этот город. Может быть, жители знают про сокровища. Эй, парень, а ну стоять! Тебя же звать Кай? Да, мне нужно срочно королю. Извини, нам нельзя тебя пускать. Иначе мы тебя арестуем. Откуда они знают мое имя? Блин, ну мне нужно во дворец. Как же туда проникнуть? А может быть, обойти? А ну стоять! Ты арестован! Где я? Что? Так, заключенный Кай Уинслон, ты арестован. По велению королю ты должен будешь наказан смертной казнью. О, господи. Рэй? О, Кай? Кай, что ты тут делаешь? О, господи. Я ничего не помню. О, господи, Рэй, я рад, что ты жив. А где тут старый дед? Что случилось? О, господи. Лучше этого не вспоминать. Ладно, слушай. Когда ты ушел в каюту собирать вещи, я посмотрел на деда. У него в теле была стрела и текла кровь. А дальше произошел какой-то взрыв. Я не знаю, с чем это может быть связано. За нами кто-то следил. Наверное. Слушай, нужно выбираться отсюда. У меня есть лестница. Не знаю, откуда они у меня. За мной. Эй, а тут мечи! О, боже мой. Как же нам повезло. Держи. За мной! О, черт! Кай, я чуть не забыл. В общем-то, не важно, просто... Что случилось? Просто, блин, ступай, встретимся в переулке.
Ваше Величество, скажите, пожалуйста, где находится сокровище? Я вас умоляю. Ладно, расскажу. На горе, Великой горе, живет отшельник. Только он знает, где находятся эти сокровища. Пожалуйста, только убей Дойла и Серкаса. Кай узнал, где находится отшельник. Он отправился в переулок за Рэем.